Какие ценности и принципы формируют профессионально-логистические качества госслужащих, обсудили в агентстве по делам госслужбы за круглым столом. Своим мнением и видением делились ученые, общественные деятели, а также независимые эксперты. Сейчас в обществе появляются новые запросы и требования. Работникам госорганов необходимо не только совершенствовать свои качества, но и менять сознание, считает председатель агентства Дархан Жазыкбаев. В этом и заключается основная цель концепции «Адам Азамат», реализация которой будет способствовать развитию всего государственного аппарата. Наша задача – повысить профессиональный уровень государственных служащих. Приходя на работу, они должны все свои лучшие качества и профессиональные способности осознанно посвящать службе, говоря: «Я буду работать во благо Родины, во благо развития народа, на стабильность страны». Наша цель – еще больше совершенствовать образ госслужащего. У нас есть немало предложений. Председатель Кабинета министров Кыргызстана Кылбек Жапаров провел совещание в режиме видеоконференции с местными органами власти. Обсуждены ход реализации административно-территориальной реформы, подготовка к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов, а также организация значимых мероприятий республиканского масштаба. Председатель Кабинета министров отметил: в каждом регионе есть проблемы, которые не решаются годами. Надо приложить все усилия для их решений. Он поручил полномочным представителям президента в областях республики в недельный срок представить список проблем, решение которых откладывалось годами. Кроме того, глава Кабмина обратил особое внимание на прозрачность проведения тендеров. Председателями тендерной комиссии должны стать полпреды. А Кылбек Жапаров отметил важность 100% подготовки к осенне-зимнему периоду и праздничных мероприятий в областях. Как сообщает Республиканский союз туристических организаций, уже этой осенью в Беларуси начнут действовать еще одна чартерная программа. По данным организации, компания «Белавио» и консолидатор «Аэробелсервис» запустят чартерную программу между Беларусью и Египтом. На этот раз поездки будут осуществляться между Минском и египетским курортом Марса-Алан. Программа начнет работу 16 октября этого года. Поездки будут производиться на срок 10-11 ночей. Ключевым вопросом на выборах в следующем году в Европарламент может стать сельское хозяйство. Его уже несколько дней обсуждают на митингах по всему Евросоюзу крупнейшая фракция «Европейская народная партия». Правые политики организовали конференцию по этому вопросу в стенах самого парламента. Озабочена этим и исполнительная власть. На прошлой неделе председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен напрямую обратилась к фермерам, поблагодарив их за каждодневное обеспечение европейцев продовольствием. Ей вторил и лидер народника Манфред Вебер. Фермеры в большинстве своем с удовлетворением восприняли обращение председателя Еврокомиссии. После крупных кризисов, таких как пандемия COVID-19 и война в Украине, в сельском хозяйстве Евросоюза продолжается потрясение. В нем напрямую занято более 9 миллионов человек. Чтобы привлечь на свою сторону сельских избирателей, Европейская народная партия уже несколько месяцев критикует зеленую сделку и экологическую политику Брюсселя, в частности, закон о восстановлении природы, указывая, что это приведет к сокращению посевных площадей и пастбищ. Виктор Орбан известен как один из европейских лидеров самой жесткой позиции в отношении мигрантов. Однако на фоне нехватки местной рабочей силы и в связи с новыми промышленными проектами венгерский премьер-министр открывает двери для граждан других государств, привлекая гастарбайтеров. Весной прошлого года Виктор Орбан заявил, что в ближайшие годы в стране следует создать 500 000 новых рабочих мест, призвав необходимость привлечения иностранцев. По оценкам, 700 тысяч венгров покинули родину, обосновавшись за границей в основном в Западной Европе.